Традиционный конкурс «Самый лучший папа» в этом году имел вполне определенную направленность. В нем приняли участие отцы семейств, работающие по рабочим специальностям. Кто стал лучшим в этой ответственной должности, расскажет Юлия Важенина. Он ходит с ребенком в походы, учит кататься на лыжах, коньках и велосипедах. Виртуозно чистит картошку и завязывает самые красивые бантики. А еще он лучшая в мире лошадка. Под это описание подходит каждый из участников конкурса «Самый лучший папа». Сегодня в столице Чувашии выбирают суперотцов. Все, что угодно. Эти строчки из всеми любимой песни Владимира Шаинского знает каждый. И на конкурсе мужчины демонстрировали свои таланты в соответствии с трендом. Пели, танцевали, рассказывали стихи. Ну и, конечно, презентовали любимые семьи. Просто хотел со своей семьей и больше объединиться, что ли. И поэтому и показать всем, какая у нас семья хорошая. Вот уже в 10-й раз в Чебоксарах папы города соревнуются за звание самого-самого. А попасть на конкурс в юбилейный год было не так-то просто. Из 21 желающего финал прошли только 8 самых активных пап. Мы не всех допустили, потому что каждая семья самого лучшего папу понимает по-своему. А мы вот представляем тех пап, которых мы хотели бы видеть в обществе. Это папа, который успешно себя проявил на работе, он многого достиг в производстве, на какой-либо другой работе. Папа – защитник Отечества, спортсмен. Папа-механик, папа-техник, папа-инструктор по физкультуре, папа-сварщик и папа-шоумен. За 8 минут им надо было как можно лучше и оригинальнее представить себя и свою семью. Я думаю, такие конкурсы, они просто необходимы, потому что все-таки семья – это самое главное, и в очередной раз доказать это самому себе, я думаю, отличная возможность, поэтому и участвую. А вдохновляла каждого из пап большая группа поддержки. Я очень рада, что папа участвует в конкурсе. Я очень люблю своего папу, он у меня самый лучший. Папа-наладчик станков с программным управлением Вадим Платонов готовился к конкурсу целый месяц. И как оказалось, не напрасно. Именно его жюри признало самым лучшим папой 2016 года. Очень волнительно, конечно. Но я рад, что вроде прошло все гладко. Огромное спасибо за поддержку, которая находится в зале. За волю к победе наградили каждого из участников финала и даже тех, кто только подал заявки на участие. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.